SMS-ик. Опоздавай. Хватит щелкать. Я сейчас говорю, это для того сделано, чтобы ты пришла в магазин и что-нибудь вообще купила. Что-нибудь другое. Рекламный ход называется. Башню составляю. Стеклянная башня. Давай, стучи. Тук-тук. Тихо! Ба-ба-ба. Так, тихо. Оп. Ай-яй-яй! Раздолбят эти банки. Подожди, давай я тебя научу играть на барабан. Да подожди, научу тебя играть. Видишь, я по-разному стучаю. А ты хоть знаешь эти барабанные мелодии-то что? Барабанные мелодии-то знаешь? Старый барабанщик. Так ты вот так стучи. Ты можешь так, ты не хочешь просто. А если ты будешь у нас на барабанах играть музыкально? Ну, сейчас начинается. Он будет боксером и дальнобойщиком, он закуська. Ой. Скажи ей там что-нибудь. Ой. Скажи, что мы на барабанах играем. Да, надо не ронять их, по крышечкам стучать, вот так. Они тут играют, блин, шумно, гамно. Какой велик. Утенок. Дима уснул. Хрен, блин, дорогу перейдешь. Минут 5 стоишь, ждешь, блин, по автомагистральной какой-то сраной. Сколько же машин в городе развелось. Вот уральская погода, блин. 17 градусов. Ни хрена, понимаешь? Солнышко, ясное небо. Технику ремонтировать волонтеры, приборы ночного видения волонтеры, кровь волонтеры, операции волонтеры, все волонтеры. Да, аватар, мне очень нравится модельный ряд. Не стыдно на таком трале такую херню возить? Маленькую.
заднюю дверь, видимо, делали здесь, в Японии. Она и была отмечена, как ее делали. Аукционники выстукивали. Была камера, блин. Подогрев стекла. Ау. Это не в лесу. Ждем, когда заводится боксик 18-й. Отрегулировать фары, чтобы не слепили. И вон собачка, видишь, какая? Волкодавик. Все, это газель выезжает. Это не газель, это Митсубиси. Митсубиси, да. Молочко возят. Ого, какая здесь собака. Это которая реклама баскетбольной, не, реклама молока негритовской баскетбольной. Здорово. Дима, не рви. Да это ленточка, важная вещь. Положенная. Вот ты вот сюда цепляй, вот сюда. Себе цепляй вот сюда, вот так. На это место вот так. И все. И будешь на парад ходить. На парад Победы. Это наши деды, прадеды воевали. За то, чтобы мы жили. А какие деды? Ну, твой прапрадедушка воевал. Это кто? Ну, надо узнать, кто. Кто-то воевал все равно. В каждой семье кто-то воевал. Диме. Дима, в торец? Я тебе завезу сетя. В торец. Дф, 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 дф. В лобешник. Держи в лобешник. Держи в лобешник. В пузо. В нос. Дф. По башке, под затыльник. Дф. 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 Защищаешься? Дф. Дф. На тебе в торец. На тебе в торец. Эти промахнулся. На тебе в торец. А это бесполезно. Кто выиграл? Ты. А? Нет, я. Все правильно. Что еще есть там? А это что? Дай посмотрим. А, на пустой мешок. Пульта, наверное. Болт от номера. Что еще есть? Зеркало для героя. Да-да.
деда. Я вижу деда. Что за зеркало? Ну, это зеркало, когда ты маленький был. Это не трогай, это положи на место ее. Это сервисная книга. Почему зеркало нужно? Зеркало уже не нужно. Оно не держится нихера. Держи полбу. На тебе полбу. На полбу. На тебе, на. На тебе полбу. Положи на место зеркало, разобьешь. Все, ничего там больше нет. Дима, не трогай. Пусть там все лежит. Вот. Это что? Ну ты книжку-то положи нормально. Как? Вот видишь, вот как. Вот не надо было вытаскивать как. Это что такое? Ты переверни, посмотри, что там такое. Это лампочки тут были. Леодовые. Лед лампы. Диодовые. Дима, не закрывай так, не закрывай, убери бумажку. Вот, все закрывается. А Дима, капюшон. Все, все, поздно. На тебе дворец. Куда? Куда на тебе? В торец? Два. Все? Все? Не найдешь. Не найдешь. Не найдешь. На тебе. Это ленточка, ей нельзя кидаться. Наркоша, видимо, идет. Ну вот, вновь а утро покращено. Проблема энергетической энергии. Короче, фары проверили. Фары идеально стоят. Камера там работала. Ни хрена толком не сделали ничего. Ну, главное, фары проверили, что теперь я спокойно могу ехать. И всех, кто мне будет дальним моргать, что типа слеплю, можно спокойно нахер посылать. Дима спрятался, идет. Дима спрятался. Ты где вымазал что-то? Весь живот. И масик, Влад. Смотрите, проверяйте. Так. Ой, тяжелый случай. Я что-то столько написала. Как я буду сейчас разбираться? Какие тут чего? Ты что там залез-то? Вылазь оттуда. Подожди себе. Дядя спрятался. Так, это вот 28. А вот. Это вот 27. То есть джинсы получаются все, да? По размерам. 27. Это Ника тоже 2 размера. Так, подождите. Это получается 27. А, это не разные? А, да, это другие. Так, это вот 28. А это как я не вижу. А, 28. Ага, все, ладно. Все, надо мерить идти. Тише. Все, залез. Вытащи его.
Так выходи, Дима. Выходи. Ты это, что делаешь?